Wargaming FM пишут: здравствуйте, вопрос такой, где находятся ваши сервера с 1 по 10, чтобы оптимально играть с нормальным пингом? Если есть возможность, предоставьте фотографии. Ответ. На этот вопрос нам ответил комьюнити-менеджер компании Wargaming Юрий Федчунок, он же Рейтар. Уважаемый игрок, для того, чтобы узнать, где находятся игровые сервера, фото не требуется. Вы можете зайти в игровую Вики и набрать запрос «Игровые кластеры» и, соответственно, получить доступ к таблице, в которой указано их территориальное размещение по городам. А чтобы выяснить, от чего у вас высокий пинг при связи с серверами, стоит обратить внимание на статью «Почему высокие пинг и лаги» на портале Центра поддержки пользователей. Свои вопросы разработчикам игры вы можете оставлять на форуме. Там для этого создана специальная ветка под названием Wargaming Справка. Ответ вы услышите в нашем эфире. Wargaming Справка. I can't cut the wires running round my head. Need to look after myself. Yeah, I need to take a breath. Need to look after my head.
Все, привал. Заканчивай привал! Looking me and falling, falling, feeling like I'm love blind, taking over my mind. Looking me and falling, falling, feeling like I'm love blind, taking over my mind. Looking me and falling, falling, feeling like I'm love blind.
We'll be right back.